Человек создан. Вот тут еще момент, что мы, изучая политтехнологии, мы вообще-то учимся сами тоже быть свободными, независимыми, как вообще развивать ситуацию мира или частную какую-то. And here, by learning these technologies, we're also learning to be free and to identify the ways of development. Человек создан, и как бы мы ни называли процессы возле него, политика или еще как-то, человек все равно существует, у него есть возможность жить вечно. A man is created, and no matter how we call all the processes around him, he exists, and he has, as it were, the opportunities to live forever. Мы сказали, человек живет вечно, но мы должны это доказать. So we said the man lives forever, but we need to prove it. Доказательство – это конкретное действие. And the proof is specific action. Например, человек может вообще никак не заниматься управлением, может быть, вообще не слышал даже ничего об идее вечного развития. Он ничего про это не знает. Он живет себе просто свободно, например, и счастливо. So, for example, there is a person who has no idea of the teaching, but he is free and he is happy. Но наша задача сделать так, что сейчас он не знает, скорее всего, узнает, потому что у него в душе это все заложено. But our job is to ensure that he doesn't know yet, but because he has this knowledge on in his soul, then he will find out soon. И вот умение сделать так, чтобы любой человек с момента определения знаний одним, чтобы любой сразу получил эти технологии и стал жить вечно. And the ability to make sure that any person from the moment knowledge is determined by one receives these technologies and begins to live forever. Хочет он этим политически заниматься или не хочет, все равно живет вечно. Whether he wants to do this politically or he does not want to do it still, he will live forever. И вот это как раз через политическую среду передать такой механизм, чтобы человек, несмотря ни на что, жил вечно, достаточно просто. So to pass the knowledge through this political mechanism and convey such a mechanism through the political environment, by the way, is quite simple. Потому что речь идет о структуре души, а это структура построения мира для Бога. Because here we're talking about structure of soul, and that is the structure of creation of the reality. Поэтому в политической сфере достаточно просто добиться распространения идеи вечной жизни на тех людей, которые и не занимаются политикой. That's why in the political control it's important to pass the knowledge to everybody, even if the people, some people have no idea of the politics. Таким образом, можно сделать управление по отношению к себе, например, чтобы оздоровиться. So, and then, of course, it is possible to do control for your own self-healing. Для этого нам достаточно знать уровень нормы, как будет сияние, состояние. For that, we just simply at least need to know the level of norm, that glow, that status. И вот, ну, норма божественная, да? Личности, вообще всего мира. И вот резонанс создать по этой норме. So, level of norm,
of the person himself or the whole of reality to create this resonance of norm. И уже опосредованно как бы получить через вот эту информацию, что есть норма, да? Как бы опосредованно через внешнюю информацию получить здоровье себе. And then through this indirectly by help become healthy without applying it to yourself. И действие получим очень мощное, потому что так работает политическая сфера. Это мгновенно бесконечное, ну, действие души в бесконечности. And the impact will be very powerful because it affects the distant perspective and infinite perspective of your development. Действие мощное, потому что затрагивает отдаленную, бесконечную перспективу нашего развития, именно личного, где вечность — это реальность, которую вы опознаете. And this eternal development will be yours, and because the eternity is the reality that you will recognize. Вот мы смотрим в бесконечность. И опознаем личную вечность во всеобщей вечности. Это и есть та норма, которую дал Создатель изначально. So we look at the reality, at the eternity, and we see that norm, which is given by the Creator. А эта норма, она же мгновенно отражена и политической сфере. Она в бесконечности, и она же отражена и в политическом управлении. Because this norm is can be seen in the infinity level inside of political sphere. То есть мы сконцентрированы, да, именно на той вечности личной во всеобщей, которая там в бесконечности сияет, а это получаем отражение. За счет отраженной оптики получаем управление своим здоровьем. So here we have our own work in the infinity level, and from the reflection from the sphere of political control, the reflection on our physical body gives us healing effect. То есть за счет отраженной оптики мы можем нормировать состояние здоровья, события выравнивать. So this means through the reflected optics we can become healthy, normalize our health. Григорий Петрович говорит, сделайте сейчас это управление за счет отраженной оптики, которая сияет в бесконечности, да? Отнормируйте здоровье, события. So Grigory Petrovich says, do this control now. So this reflecting norm from the infinity level normalizes your health and your events. Он говорит, я поработаю вместе с вами. And he says, I will work together with you. Работайте интенсивнее. Политика интенсивное управление, как правило. He says he suggests to work intensively because politics is intensive activities as normally. И Григорий Петрович